Проверка работоспособности эквалайзера прибой E014S. Итак, включаем воспроизведение. Магнитофон подключен через вход эквалайзера. С выхода эквалайзера идет на усилитель мощности. В качестве усилителя мощности использую вот эти вот дурацкие колонки от компьютера. Итак, проверяем. Вот частотная характеристика выставлена характерной птичкой. На два канала идет нужным нам диапазоном. Нажимаем обход. Вот это без эквалайзера. Это с эквалайзером. Это без. Начинаем вырубать каналы. Вот так идет без эквалайзера. Добавляем низов. Это без эквалайзера. Это с полностью введенным. А, ультразвук вообще. Верха безумные. Вот без эквалайзера. Он тут уши режет. Вот без эква. Бедная музыка по верхам, по низам. Это с эквалайзером. Подъем по верхам, по низам. Как-то вот так вся эта техника работает. В общем, эквалайзер исправен. Все каналы, регулировочки его работают достаточно правильно и функционально. На этом, пожалуй, все.